Друзья, вы на канале Дедома. С вами Дину Райдербаев. И извиняюсь, что я компотом играю. Ну ладно, ну давай. Вот. Заходим в мир. Так, тигун, позволяем вылетать дождь. Ну, можно использовать грузила. Так, мои котики вот. Я их нашел. Житель. О, привет. Привет, житель. До свидания. Ё-моё, я забыл, что у меня же выживание, блин. О. Что такое? А, это этот. Резубец. Ну, вопрос. Кто его зачаровал? Я реально не зачаровывал. Это было. Я только сейчас пришел. Она была зачарована. Ладно, сейчас соберем. Все это. Я же не живодер. Я это не буду воровать. Поэтому так же все хорошо. Сажу. Блин, картошки на избытке. Ребята, вы слышали это что? Вот такие звуки меня иногда пугают. Что херабрин где-то рядом. Так вот. Собираем. Кстати, если ты Роман Компот, ставь лайк и подписывайся. Потому что я тебя смотрю и подписываюсь на тебя. Так. Смотрите, я сейчас наколдую, чтобы здесь на кровати... А, у меня в руках была кирка. Так, подписчики, встаем к углу и говорим. Вакин Гулибанар Пирахматика Ярхам Баррахим. Повезло, повезло. Но мы сейчас отправляемся в ад. Берем кирку, меч и мотыгу лучше оставить. Но не пригодится, чтобы спалывать грядки. Блин, а, у меня же отвар есть. Так, и картофель. Все. Остальное это мне. Не, ну лучше мотыгу взять. Могу пиглином продать. О, прям стихи получились. Фу. Тихо. Не бойтесь, что здесь огонь, это я его разжег. Я здесь. Они были эти разрешенные. Так, тихо. Я где-то газ услышал. Фух. Хорошо, что вы меня поддержали лайком. Повезло, повезло. Мне повезло очень. Извиняюсь. Так. Повезло очень. Повезло. Ё-моё! Ай!
покажу сейчас. Все, ничто. Я делаю ничто. Так, все. Безрока. Так, в моем выживании золото это... Это... Так. Так. Сейчас копаем. Эти гнезда. Я когда вернусь, я найду верстак. И это все сворачиваю. Офигеть, мне повезло вообще. Я везунчик. Ой, пиглин. Валим. О, ну это пиглин. Спасибо. Вот здесь оставил он готовый. А, это его не было. Вон там мой портал. А это. Пишите в комментариях, что я нашел.
Ладно, мы сейчас телепортируемся назад. Сейчас мы телепортируемся назад. Раз, два, три. Фу. Во. Нифига себе. Сработало. Ура. Ура, Рашеньки. Так, а как мне сначала забраться? Окей. Вот. Древними обломками. Буду копать. Так. О, привет! Пошёл нафиг. Еще? Да. Я не понял, ты что, офигел? Ты не рубаешься? Сомбенок. Ты дебил. Так. На всякий случай. Чая, быстренько. Так. Сейчас я быстренько выйду. И, наверное, будем уже прощаться. Поэтому... Ладно, сейчас я переключу. Мы будем уже прощаться. С вами был Динур Айдарбаев из канала Деда Макс. Всем подписываться и пишите комментарии. Нажимайте на колокольчик. Конечно же, смотрите наши новые видео. Всем пока-пока.